В данном видеообзоре мы рассмотрим мини-оптическую мышь Lexma R31 с рулеточным механизмом сматывания шнура. Быстрая инсталляция без драйверов делает ее идеальным спутником для путешествий и презентаций. Компактный размер делает мышь легкой и удобной при транспортировке. При этом она имеет все функции полноценной мыши с тремя кнопками, например, для ноутбука. Благодаря встроенному рулеточному механизму сматывания йо-йо, провод легко смотать, и он никогда не будет запутываться. Стильный и эргономичный корпус компьютерной мыши подходит для работы как правой, так и левой рукой. Оптический датчик с разрешением в 900 dpi гарантирует точное и плавное перемещение мыши. Мышь идеальна для мобильных пользователей. Интерфейс подключения USB. Обработка изображения 5800 кадров в секунду. Мышь поддерживает все операционные системы. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.